экстравагантным клиенткам продают брошь в виде птичьего помета, случайно попавшего на одежду. Драгоценность по форме, по цвету и по размеру напоминает нежеланный подарок от голубя. Неординарные творения состоят из мелких алмазов, сапфиров, турмалинов, других каменьев, жемчуга. Брошки идут по 4000 долларов. Художница призывает видеть красоту даже в самых неожиданных вещах и напоминает о популярной примете. Дескать, если вас пометила птица, это к деньгам. Так что украшение можно считать еще и талисманом.